No, because coming here with the trophy too is something amazing, and having the opportunity to grab the trophy again. What I can wish for the Russians, that they enjoy every moment of the competition, you know, since Russia was chosen. But enjoy everything, because one day when you remember this moment, it will be a smile on your face. Видится, хотя я вижу, что наиболее активные юные жители Владивостока уже трофей. А вот что, мне кажется, мечтают сделать абсолютно все. Давайте сфотографируемся, уважаемые гости с Кубка мира, поближе, пожалуйста, к трофею. Вот. Владивосток. Галуз Тахаян, председатель комитета по бюджету. Поехали, смотрим! Сами команды белой форме. Попытка быстрой контратаки. Жесткий подряд, жесткий. Нет, мяч в поле. Мы продолжаем играть.